Кто в детстве не любил пускать кораблики в ручейках? У кого-то с годами эта детская забава переросла в хобби, а у кого-то в серьезное увлечение, повлиявшее на выбор профессии. Судомоделисты из Славянска на Кубани представили модели своих кораблей в Государственной Думе на выставке работ юных изобретателей. Начинающие технические гении рассказали нашим корреспондентам о том, как шла работа над созданием кораблей. Судомоделизм – один из редких видов спорта, который сочетает в себе искусство и хобби, ручной труд и современные технологии, детальное изучение истории флота и судостроения. Все тонкости судомоделизма юные славянцы познают в Центре технического творчества под руководством опытного педагога Алексея Меремьянина. Сначала ребята у нас начали делать простейшие модели, но потихоньку мы смогли восстановить кое-какое оборудование, станки. И сейчас уже ребята делают серьезные модели, стали неоднократными призерами российских соревнований. Край мы забрали практически полностью, и в край считаемся одним из лучших кружков. 42 юных славянца посещают кружок «Судомоделист». Нередко детское увлечение определяет весь дальнейший жизненный путь судомоделиста, влияет на выбор профессии. Максим Безнос занимается в кружке уже около 5 лет. Для него умение делать маленькие копии кораблей стало не просто хобби. Как все великие люди, они же начинают как карьеру, можно сказать, с простого. У них тоже, у всех что-то не получается в своих занятиях. И поэтому я потом вскоре понял, что, пусть у тебя сейчас не получится, но в будущем ты добьешься каких-то определенных, целей в своей жизни, может, добьешься чего-то большего. И поэтому не стоит свои руки опускать в самом начале, не узнав, к чему придет тебе этот путь. Вот и Максим добился больших успехов. Ведь в 15 лет представлять уменьшенную копию военного корабля «Керчь», сделанного своими руками на различных конкурсах и выставках международного класса, это очень престижно. Модели не просто макеты, это настоящие мини-копии действующих кораблей. Они заводятся, плавают и создают их своими руками дети. Ребята вытачивают мельчайшие детали судна, устанавливают на него электронику. Все работает как часы. Порой такая работа может занимать годы. Евгений Кузьмин трудился над военным кораблем «Гриф 1400М» 2 года. Нужно любить работу, потому что без любви к работе просто надоедает ее делать, как бы не хочется. Нужно терпением обладать, потому что работа кропотливая. Работа действительно кропотливая и занимает долгое время. Стойкость и упорство – вот главные качества судомоделиста. Работая над моделью судна «Святитель Николай», Даниил Меремьянин признается, что очень проникся историей своего судна. Эта модель была на крупнейшем корабле на Енисее. Перевозила всякие ящики, продовольствие. И когда перевозила Ленина, как в тюрьме. Но перед тем, как приступить к работе над уменьшенной копией корабля, юные судомоделисты набивают руку на джонках. Это небольшое парусное судно. А потом начинают работу над более сложной моделью. Скрупулезно воссоздается внешний облик. В начинку корабля или лодки устанавливается двигатель, который делает модель ходовой. Самое долгожданное и волнующее событие – спуск судна на воду, заставляющее его создателей поволноваться, пойдет или нет. Ребята, которые трудятся в Центре технического творчества, несомненно, очень талантливы. Иначе как бы им удалось завоевать столько наград? Надежда Калинина, Игорь Ванчуков. Программа «События».